Погода сегодня как обычно. С утра вроде солнышко, но тучи на горизонте никогда не покидают. Вода вон. Что, я беру дверь? Подписаю, что сегодня утро, ветер в спину, солнечный, дождя нету. Не знаю, надолго ли покажу, значит. А как же немножко эротики? Не-не-не, это только Степан. Только Степан. Да. Куда мне эротика? Смотри на мою небритую рожу. Кому я такой нужен? Я побрился. Красавчик. А он побрился. Сидариус, ты красавчик. Люба, давай посидеть. Якась військова частина. Не только нам тяжело ехать. Это тоже бедолага ползет еле-еле. Уже помедленней. Степан впереди. Открывается. Сейчас мы с Джамалом устраиваем гон, кто быстрее. Джамал вырывается вперед. И немножко отстает. Силы, говорит, покидают. А Юрчик где-то там аж на вот том самом верху сзади пока еще. Совсем все уже покинули. А тут Джама пидстук набрывается снова в порядке. Воспользовался невнимательностью. Ну что вытворяет Степан? Он просто сегодня делает все. Он медленно, но уверенно идет к своей победе. Степан в зоне абсолютной недосягаемости. Догнать его невозможно, поэтому встретимся мы с ним на Рогнито в Одессе за чашечкой пива. Да, Джамал? За бокалом. С бокалом. Не, мы будем, конечно, стараться. Джамал тоже уже окончательно вырвался вперед. Я, наверное, буду оставаться здесь. Мне тут нравится. Климат хороший, люди приятные. Булгаристан. А, совсем вроде немножко осталось.
резко влево буду вращать. Я тебя попал. Сейчас начинается ралли велосипедистов. Серпантины. Животное. Живое. Слушай, животное. И Степан. Она, по-моему, очень сильно затыкала. Он очень спит. Или у него язык. Ну, карьер, походу, да. Клевал? Всю камеру. Вау! Люблю я перевалы. Есть много времени побыть наедине с собой, подумать, особенно над тем, где ж ты столько нагрешил. Фух, ё-моё. 8 км в час, идем вверх. Как велопоход? Отлично. Смотришь, как мы едем? Быстро очень. По ровной дороге. Как велопоход? Нормально, вот пытаюсь понять, что не пешком идти. Ну это ж поход. Логично. Дорога, а тебе как? Знаешь, чего плачу? Птичку жалко. Потому что... Ну, такое бывает крайне редко. Это слезы радости. Едем не спеша. Фу. 7 километров сейчас. 5 километров до границы. Зато каких 5 километров? Хорошо туда, Драма.
Может, шашлык замутим? Оленей какого-то. Да сзади два едут. Блин, такое ощущение, что этот подъем бесконечный. Минут 15 же по нему поднимаемся. А зато тихо, спокойно, птички поют. Красота вообще. Каретка трещит. Ну тут такое. Такое впечатление, что вообще машина не ходит, не ездит. Или что там они делают. Никого, ничего. 4 несчастных велосипедиста. Было 4. Сейчас вообще никого. Джама по встречке лупит. Все ему нипочем. Его уже не остановить сегодня. Все, приехали мы на границу. Сейчас ждем остальную часть группы. Группы спринтеров. И будем перебираться на болгарскую сторону. Джама подбирается к границе. Ну, вот уже почти подобрался. Степан подползает к границе. Живой? Интересно. И Юрка на подходе. Болгарский? Дай мой паспорт. Штука 10 километров вниз такая. Вниз? Да. Это какая-то часть. Пошла уже Болгария. Тут дороги уже похуже. Узкие. Щели больше. Это лажа с дорогами. Блин. Украина, что ли? Ходишь в Болгарию только. Ё-моё. Что за бригада? Точно, блядь, дома. Карпаты. А дома, знаешь, их в этом, в Евротуре. Когда они попали куда? В Сербию, по-моему. Как после бомбежки. Как-то Турция была поярче, да, немножко? Не, ну, это пригород. А ты был в пригороде Турции? Был. Тебе там побольше, наверное, понравилось, да? Да. Это... Аля... Какая-то... Культура. Видите? Не забудь крикнуть о лапках, бать. И это напрягает.
Ну и вода есть. И стол есть. Можно жить, все нормально. Степан, дай мне это. Да. Движется. Спасибо. Оп. Что это? Там ты просто зажимаешь, ты зажимаешь. Этот Джамал у нас ест борщ. Нет. Не, реально борщ. Но он называет это кашей из борща. Говорит, как просто добавь воды, как соки расщупали. Правую руку убери. Я понимаю, что это.